Айғақ фитнес таңғы және кешкі жаттығулар ұсынуды жалғастырады. Бізбен бірге спортпен шұғылданып, денсаулығыңызды күтіңіз. Спортпен айналысу үшін арнайы залдарға немесе алаңға барудың қажеті жоқ. Қарапайым үйде қарапайым жаттығулар жасасаңыз да жеткілікті. Сонымен біз бастаймыз, кеттік. Меня зовут Екатерина. Сегодня я буду проводить тренировку вместе с Русланом и Анастасией. Присоединяйтесь к нам и начинайте свое утро вместе с нами с зарядки. Ноги на ширине таза, колени чуть присогнуты, живот втянут и напряжен. Расправили грудь. Начинаем с вами с разминки, с разогревания всех связок, суставов и мышц. Кладем руки на шею. Начинаем медленные круговые вращения в правую сторону медленно. Амплитуду берите небольшую. Плавно, круговые вращения. И на другую сторону. Другую сторону медленно. Хорошо, еще два. Один. Отлично, руки кладем на плечи. Начинаем разминать плечевые суставы. Круговые вращения вперед. Живот втянули, таз немного назад. Старайтесь держать большую амплитуду. Максимально сводите лопатки. Хорошо, и назад. Три, два, и перейдем к локтевым суставам. Оставляем руки, круговые вращения, поехали. Ноги поставьте вместе, колени чуть присогните, больше, чем в предыдущем упражнении. Руки в замок делаем и вытяжение вперед. Подбородок прижали к груди, округлили спину, втянули живот и максимально вытягиваемся вперед. Теперь медленно раскрываем грудь, большие пальцы назад, ладони в потолок, таз подкручен, живот втянут. И в динамике повторим, еще раз вперед вытяжение и раскрытие с выдохом. Вперед. Назад ушли, хорошо. И теперь статики больше поддерживаем. Вперед, вытяжение, раз. Задержали, старайтесь максимально вытягиваться вперед. Живот втянут. Еще 3 секунды держим, 2. И раскрылись грудные, хорошо. Таз подкручен у нас, живот втянут. Почувствуйте максимальное натяжение в грудных мышцах. Хорошо, опустили руки вниз. Встряхнули немного плечи. Переходим дальше. Разминаем боковую часть спины. Таз остается на месте. Наклон корпуса. Взгляд в потолок. Таз на месте. Почувствуйте натяжение в косых мышцах живота. Держим натяжение. Еще 5 секунд. Медленно на другую сторону. С выдохом ушли взгляд в потолок. И больше тянитесь рукой. Прям чтобы хорошее у вас пошло натяжение. Медленно вернулись. Перейдем к плечам. Привели руку перед собой, ладонь в потолок. Сверху накрываем. Хорошо, плечи у нас на одном уровне должны находиться. И максимально этой рукой накрывайте руку, чтобы у вас вот здесь пошло хорошее натяжение в плече. Живот у нас всегда подтянут, таз подкручен, держим. Хорошо, поменяем. Другая рука. И с выдохом прижали максимально к себе. Отлично, расслабили. Хорошо. Хорошо, мы размяли верхний плечевой пояс, перейдем к ногам. Переносим вес тела на левую ногу. Начинаем делать круговые вращения, разминаем тазобедренный сустав. Колено наверх, в сторону и опустить. Хорошо, и одним движением максимально раскройте. Старайтесь как можно выше по возможности поднимать ногу. Продолжайте дышать. Еще два. Один. Хорошо. Захватили колено.
прижали колено к груди и привели к середине груди. Грудь вперед, лопатки соберите. Опорная нога, колено у нас чуть присогнуто должно оставаться. Держим. Немного координации. Хорошо. Правую руку оставляем, левая рука в сторону и раскрываем тазобедренный сустав. Живот подтянут, носок направлен в пол. Держим. Держите баланс. Хорошо. Еще 4 секунды. 3, 2. Захватили стопу. Колено в пол направляем. Натяжение у нас в передней части бедра. Таз подкрутили. Почувствуйте хорошее натяжение. Живот втянут, лопатки сведены также. Рука в сторону, колено чуть присогнуто. Ноги у нас должны остаться параллельно друг к другу и вместе быть. Держим. Хорошо. Теперь нога у нас уходит вперед. Заднюю ногу в колени мы чуть сгибаем. Носок натянут на себя. Лопатки у нас остаются собранными. Руки за спину направили. И в динамике поехали вниз. И выдох наверх. Вниз вдох. И выдох наверх. Шея, продолжение позвоночника. Взгляд у нас направлен в пол, когда мы опускаемся. Старайтесь не заламывать шею. Еще 3. Выдох наверх. 2. Еще 1. Отлично. Нога уходит в сторону. Переходим на боковой выпад. Широкая постановка ног, стопы параллельно. Уходим на левую сторону вниз. И подъем наверх. Хорошо, еще 5. Вниз. И выдох наверх. Здесь почувствуйте ягодичную и натяжение на внутренней части бедра. Еще 3 раза. Выдох. 2. Молодцы. Еще 1. И есть. Закончили. Собрали ногу. Хорошо, мы переходим к другой ноге. Переносим вес тела на правую ногу. Начинаем с круговых вращений. Также колено наверх, в сторону и опустить. И одним движением поехали. Раз. Наверх. Не забывайте дышать. Живот всегда чуть в напряжении. Один. Захватили колено. Колено захватили. Опорная нога чуть присогнута, прижали к груди, привели к середине груди. Почувствовали здесь натяжение в ягодичной и в задней части бедра. Продолжаем держать. Грудь вперед. Хорошо, левая рука осталась, правая ушла в сторону. И начинаем медленно, плавно отводить ногу. Хорошо, старайтесь, чтобы тазовые кости остались на одном уровне. Отлично, стопу захватываем теперь. Захватили стопу, колено в пол направили, таз подкрутили вперед. Хорошо, ровно стоим. Почувствовали натяжение в квадрицепсе, вот здесь, в передней части бедра. Держим. Отлично. Теперь нога у нас уходит вперед снова, задняя нога сгибается, руки за спину, в динамике поехали, наклон вперед. И на выдохе поднялись. Вдох вниз, выдох наверх. Шея длинная у нас. Взгляд направлен в пол, когда мы опускаемся. Вводим ногу в сторону. И сначала начинаем в динамике. У нас достаточно широкая постановка ног. В динамике поехали вниз и наверх. Выдох. Хорошо. Старайтесь колено здесь прям полностью не выпрямлять, не блокировать. Всегда чуть в согнутом положении. Старайтесь садиться по возможности ниже. И в статике подержим. И давайте вниз опустились. Есть, пошло натяжение на внутренней части бедра. Другая нога у нас поднапряглась. Еще 5 секунд. 3, 2 и медленный подъем. Хорошо, закончили. Переходим мы к следующим упражнениям. Переносим вес тела на левую ногу. Мы будем с вами наклоняться вперед. Старайтесь здесь держать больше лопатки. Будет нагружаться у нас ягодичная, задняя поверхность бедра, передняя тоже у нас будет нагружаться.
Мы начинаем наклон. Задняя нога у нас отводится плавно. Мы дотронулись пальцами рук до стопы, вернулись назад и подняли колено вперед. Хорошо, снова чуть быстрее. И с выдохом. Хорошо. Почувствуйте напряжение в опорной ноге. Медленно. И плавно наверх. Хорошо, еще три раза сделаем. Старайтесь держать прям лопатки. Если у вас не получается наклониться слишком низко, вы можете остаться вот здесь, в этом положении. По своим возможностям работайте. Еще один. Хорошо. Теперь давайте подключим с вами руки. Руки чуть в локтях немного согнуты. Теперь у нас нога будет отрываться наверх, корпус параллельно полу оставаться. Давайте начинаем. Наклон вперед. Ногу вытянуть, взгляд в пол направлен. Медленно вернулись. Сначала в динамике поехали. Наклон. Вытяжение. Максимально тянитесь руками вперед, а ногой назад. Носок у нас натянут на себя. И вернулись. Хорошо, еще три раза надо сделать. Красиво стоим. Вытяжение. Живот втянут, напряжен. Почувствуйте нагрузку в опорной ноге. Еще 5 секунд. 3, 2, медленно поднялись. Отлично, встряхнули немного ноги. Давайте то же самое мы начинаем с другой ноги. Давайте статика, поехали вниз. Вниз, держать. Тазовые кости на одном уровне держим. Тянемся максимально. Еще натяжение создайте. 5 секунд осталось. 3, 2, подъем. Закончили. Перенесли вес тела. Медленно начинаем наклоняться. Наклон, касание. Колено вперед. От простого к сложному. И колено вперед. Выдох. Хорошо. Осталось 4. Пробуйте вместе с нами. Дальше мы сейчас будем работать с вами на разгибателе спины. Будем укреплять спину. Ложимся мы на живот. Ложимся на живот. Ноги у нас на ширине таза. Руки вытягиваем вперед. Взгляд направлен в пол. Шея, продолжение позвоночника. Старайтесь не зажимать. Плечи назад, шея длинная. Вытянули руки вперед. Ладони в пол. Подняли корпус наверх, оторвали грудь, сомкнули лопатки, поднялись еще выше, вернулись вперед и опустились, расслабили вниз. И поехали чуть быстрее. Раз, два, три и вниз. Хорошо, еще 6 повторений. Чуть медленней. Два, три. И вниз, взгляд в пол. Раз. Здесь вы прочувствуете поясничный отдел. Обязательно дышать. Осталось 3 раза. Хорошо, еще 2. Заключительный. Следующее упражнение. Ладонь на ладонь у нас смотрит. Мы поднимаем правую руку, левую ногу. Взгляд также в пол. Поехали медленно. Раз, два, три, четыре. Медленно. Раз, два, три, четыре. Медленно. Хорошо. Вдох мы делаем через нос, выдох делаем через рот. Вдох и выдох. Хорошо, отлично. Еще 4 раза. Это отличное упражнение для тех, кто испытывает боли в спине, у кого сидячий образ жизни.
Один раз сделали. Хорошо. Теперь оторвали руки-ноги, в статике подержали чуть. И поехали, работаем. Разноименно, руки вперед. Взгляд в пол. Еще 5 секунд. 3, 2, расслабление. Чуть расслабились и поехали. Заключительная статика. Подняли наверх. Взгляд в пол. Чувствуем напряжение в поясничном отделе. Держим. Шея длинная у нас. 5 секунд. Терпим. 3, 2, молодцы, опустили, расслабились. Ладони в пол. Подняли себя и вытяжение. Лопатки свели. Увели таз назад. Посадили таз между пяток, потянулись ладонями вперед, отдохнули. Хорошо, поднялись. Переходим дальше. Встаем на четвереньки. Ладонь направляем под плечевой сустав, колено под тазобедренный. Не проваливаемся в пояснице, подтягиваем живот. Представьте, как будто у вас на спине стоит стакан с водой, и нам нужно его не разлить. Сейчас мы будем поднимать правую руку, левую ногу. В динамике менять. Поехали. Правая нога, левая рука. Медленно вытянули. Плавно опустили. Поменяли, вернули на то же место. Другая. И медленно. Хорошо. Раз, два. Вытяжение. Три, четыре. Чуть медленнее, Настя. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Хорошо. Живот напряжен. Держите. Еще два сделаем. Один. Хорошо. И давайте в статике поддержим. Вытянулись. Держим, подтянули живот. Тазовые кости на одном уровне у нас, не заваливайтесь. Держим, еще 5 секунд. Медленно опустили. Меняем, другая. Вытяжение. Зафиксировали, подтянули живот, шея длинная. Плечами шею не зажимаете. Хорошо, медленно опустили. Пробираемся вперед, опускаем таз вниз, вытяжение. Шея длинная, вытянули стопа на носки. Поза собака мордой вниз. Следующее, оторвали колени, таз направляем в потолок, прижимаем пятки в пол. И хорошо, как бы грудью к коленям тянитесь. С этого положения выходим в положение планки. Правая нога, шаг вперед. Хорошо, и раскрываемся, вытяжение. Две руки, одна линия. Вернулись. Шаг назад, собака мордой вниз, прогиб хороший сделали, прижали, планка и другая нога, раз, шаг вперед и раскрытие, вышли, взгляд за рукой направляйте, держим, хорошо, медленно вернулись, снова шаг назад и заключительное, вниз, постарайтесь здесь прям больше сделать еще прогиб. Хорошо, теперь руками подбираемся к ногам. Руками к ногам. Ноги шире ставим, ладони у нас остаются в пол. Хорошо. Правая рука наверх уходит. Правая наша. Вот, вытянуться. Хорошо. Медленно вернулись. Две руки, одна линия. И другая рука с выдохом ушли. Держим ровно. Ноги в коленях прямые у нас полностью, остаются стопы параллельно. Хорошо, вернулись. Руки у нас в пол, ноги собираем вместе. Захватываем себя под коленями, округляем спину, максимально втягиваем живот. Подбородок к груди прижат. Тянемся прям верхом спины в потолок. Хорошо, расслабились, повисли. Здесь максимально попробуйте расслабиться, шея у нас расслаблена, прям висит. Висим, отдыхаем, заканчиваем нашу тренировку. Теперь начинаем медленно подниматься наверх. Позвонок за позвонком. Мы начинаем разгибаться шею в последнюю очередь. Хорошо. Развернулись. И в заключение сделаем вдох, выдох. Ноги в коленях присогнули. Поехали, глубокий вдох. И выдох вниз, выдохнули, повисели, расслабили, все. Поехали наверх, полностью легкие заполнили. И выдохнули, есть. И поехали заключительный раз наверх. И вниз. Хорошо.
Все, похлопали, мы закончили тренировку.